Опа! Молодец. Ничего? Молодец. Молодец. Да, тренируйся, тренируйся. Разучилась немножко раньше, так легко каталась. Но все-таки зима бывает. Ну, конечно. На роликах кататься. Конечно. Ну, сейчас вспомнишь, начнешь кататься, вспомнишь. Я помню, как мне папа говорил, чтобы я не падала. Я сейчас попробую так же. Ну, попробуй. Объезжаю эту лужу, там где до колясок разворачивайся. Привыкнешь, нормально будет. Да что, понравилось? А, ну позвони Лизе, может она выйдет. Скажи, что ты на роликах катаешься. Пока еще лужи не все не расплылись везде. Что Лиза сказала? Она сегодня не будет. А, что она? Занята? То, что она у своего папы. А. А кто еще у тебя есть подружек? Рада? Кто еще? Рада у своей тети. А кто еще? А Марик? Марик у своего папы. О, блин. Все на каникулах у кого-то. А вот девочка, которая вчера приходила, я забыла ее имя. Как ее зовут? Саша. Саша? А что она? Она не может дозвониться до мамы. Мне нравится туристическое агентство АЕТЬ. Ну, катайся тогда одна. Чего тебе не могу сказать? Какую-нибудь еще одну запасную подружку надо заиметь. Я не знаю, чего тут если я вижу одноклассницу Машу, у нее есть ролики, только она еще может и не выходить иногда. Ну, можешь Маше позвонить. Если знаешь эти. У меня нет ее номера. Ну давай, катайся.
Это я уже незнакомый номер. Он постоянно мне сегодня в 9 утра позвонит. Алло. Алло. Не знаю. А? Ну, до вечера. До темноты, короче. Когда темнеть начнет, уже нельзя. Да, я сейчас уже на роликах катаюсь. Уже придет. Кто? Лиза. Ага. Ну, сейчас Лиза придет, будет тебе веселее. Ну, давай, катайся. Пока лужи не расползлись везде. Молодец. Хорошо получается. Все, смотрю, увереннее и увереннее держишься. Просто я чуть подзабыла некоторые правила, которые мне мама и папа говорили. Но я их вспомнила. Потому что если я буду падать, я должна просто наклоняться вперед лучше. Да. Чтобы затылок повредить. Да. Позвоночник не повредить, лучше падать, всегда куркаться вперед, либо в бок, да? На старт внимание. Ну, это вон что двигаешься. А у тебя, у тебя зима сапога широкая, если что, попить. Попить?